Система автоматизации дома. Такой проект в столицу привез преподаватель высшей технической школы из Щучинска Сунгат Искаков. Молодой ученый считает, что его технология может сократить энергопотери в коммунальных расходах казахстанцев. Домом или квартирой он предлагает управлять через интернет. Допустим, отключить уличное освещение, либо, допустим, освещение в доме, все это можно через сеть интернет. Данная система автоматизации дома позволяет эффективно использовать электроэнергию, тем самым привнести вклад в энергосбережение. Вопросы энергоэффективного освещения и развития светотехнической отрасли в Казахстане сегодня обсуждали на международной конференции в Астане. Ее участники делились опытом соседних стран по переходу на энергосбережающие технологии, утилизации ртутьсодержащих ламп и другим темам. По части стандартизации, по части технического регулирования, по части утилизации ртутьсодержащих ламп. И в основном, конечно, касается экономии электроэнергии при потреблении. Есть индикативные показатели, которые мы должны достичь, допустим, к 2015 году 10% энергоемкость понизить, к 2020 году 20-25%.